Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. 22 января. Обязательно скажите одну фразу, и Вселенная исполнит любое желание. В сегодняшнем видео вы все узнаете. День, проходящий под управлением 11 и 12 лунных суток, позволит вам обрести внутреннее равновесие, открыть для себя истинные ценности, освободиться от негатива и достичь успехов в любых начинаниях. Чтобы этот нейтральный период принес вам удачу, важно сохранять уверенность и позитивное мышление, а также прислушаться к своей интуиции. Поскольку сегодня миром правят созидательные энергии, недопустимо разрушать что-либо, вредить природе, ломать ветви или рубить деревья. Поскольку Луна находится в близнецах, день пройдет насыщенно и активно, повышая скорость реакции и способствуя обретению новых связей. Влияние созвездий положительно отразится на вашем настроении, подарит энергию, необходимую для новых свершений. Однако не стоит ожидать, что сегодня все будет происходить по заранее продуманному сценарию, ведь влияние этого знака делает события непредсказуемыми. Тем не менее, все происходящее сегодня необходимо принимать с благодарностью, чтобы привлечь удачу в ближайшем будущем. Всю первую половину дня продолжается 11-й лун на сутки, предназначенный для обретения внутренней чистоты и преодоления препятствий. В этот период вы получаете первые результаты своих усилий, приложенных с начала лунного месяца. Все положительные и отрицательные стороны происходящего окажутся перед вами как на ладони, позволяя выявить негативные моменты, оказывающие на вас влияние в недалеком прошлом, и принять меры для их устранения. Поскольку в первой половине суток концентрация энергии невероятно высока, ей необходимо управлять правильно, не позволяя накопленной силе выходить из-под контроля или застаиваться без дела. Огромный потенциал дня потребует от вас важных и значимых действий. Однако не допускайте меркантильности. Если вашей целью является исключительно обогащение, а чувства и душевные прорывы остаются в стороне, удача пройдет мимо вас. Кроме того, обязательным условием успеха является готовность завершить начатое сегодня. Остановившись на полпути или отложив работу до лучших времен, вы вряд ли сумеете когда-либо ее закончить. После 12 часов 33 минуты начинаются 12-го на сутки, отличающиеся более мягкой и ровной энергетикой. Поэтому накал страстей постепенно начнет снижаться, позволяя вам перейти от насыщенной деятельности к плавному и неторопливому времяпровождению. В эту пару лучше всего отложить все начинания, поскольку сегодня судьба будет особенно щедра на различные преграды и испытания. Вместо этого подумайте, чего именно хотите достичь, и от всей души пожелайте себе удачи в задуманном. Обязательно в течение всего дня скажите всего одну фразу. Фраза идет такая: «Я открыта миру и принимаю помощь Вселенной». Говорим один раз, далее загадываем свое желание, и Вселенная обязательно откликнется на вашу просьбу и поспособствует исполнению желаний, но если они не несут никому вреда. Луна советует: эти сутки не очень хороши для каких-либо новых начинаний, поскольку все начатое сегодня и не доведенное до логического завершения в этот же день будет тяготить вас и мешать полноценной деятельности. Поэтому лучше всего посвятить этот понедельник доведению до логического завершения того, что было начато ранее. Общение с коллегами и партнерами будет складываться положительно, если вы приложите для этого усилия. Оптимизм и обаяние помогут вам расположить к себе окружающих, успешно провести переговоры, заключить выгодный контракт. При этом наибольший успех будет вас ждать в творческой сфере, а также в научной деятельности. Сегодня вы можете получить редкий шанс, воспользовавшись которым сумеете достичь грандиозных результатов. В финансовой деятельности следует проявить максимум осторожности. Рискованные спонтанные операции в эти сутки под строгим запретом. Однако неуверенность, колебания и медлительность также приведет вас к неудачам. По этой причине сегодня допустимы только заранее спланированные расходы, в которых вы полностью уверены. Все остальные траты пока отложите. Неплохое время для заботы о своем здоровье и внешности. Старайтесь проводить как можно больше времени в движении, но не допускайте перегрузок. Найдите время для прогулки на свежем воздухе, посещения бассейна, акваэробики. Лучшим завершением вечера станет расслабляющий массаж. Чтобы отношения со второй половинкой сложились наилучшим образом, уделите близкому человеку больше времени, продемонстрируйте свою любовь и заботу. Не допускайте конфликтных ситуаций, поскольку ссора, начатая сегодня, способна разрушить ваши чувства. Избегайте упреков, ревности, разбора полетов и не позволяйте эмоциям взять верх над разумом. Отдыхать в эти сутки лучше всего в дороге,
Отправиться путешествие лучше всего в утренние часы. Если же дела держат вас в городе, а взять однодневный отпуск не предоставляется возможным, выберите занятие, которое вызовет у вас максимально позитивные эмоции. Во второй половине дня восстановить силы поможет просмотр любимого фильма в компании самых близких людей, либо чтение интересной книги в уютной домашней обстановке. Неплохой день для проведения обрядов, однако сегодня нельзя начинать многодневные практики. С осторожностью следует приступать к любовным ритуалам, поскольку навязывание своей воли кому-либо сегодня недопустимо. По этой причине допустимы только светлые привороты, не подавляющие волю человека, на которого направлены, чтобы привлечь хорошую прибыль. Чтобы ваше дело приносило больше дохода, привлеките удачу с помощью несложного ритуала. Проводить его нужно на рабочем месте. Для начала наведите в офисе или у прилавка полный порядок. Расставьте все по своим местам. Затем встаньте у своего рабочего места и трижды скажите: «Золото и серебро ко мне в закрома, словно жито в жернова. Липни к рукам, как сладкий медок, как трава к солнцу, стремись в мой кошелек. Изобилие ко мне рекой теки, без счета мои карманы иди. Дело мое честное, верное, прибыльное. Людям на пользу, мне на прибыток. Амбары мои добром полны, а дела мои людской молвой славны». Говорим один раз. Все. Вскоре после проведения ритуала ваши дела наладятся. Чтобы найти найденное. Если в вашем доме стали теряться и находиться не на своих местах вещи, то нужно сделать следующее. Вам нужно набрать в миску чистой воды. Зажгите восковую свечу и поставьте так, чтобы пламя отражалось в емкости. Затем смотрите на воду и скажите: «Вода все тайны открывает, ничего утаить не позволяет, так и в доме моем все как на ладони. Ничего не теряется, никто не ругается и не исчезает, все на своих местах обитает. Где положено, там и лежит, место свое хранит, быть посему». Говорим один раз, далее дайте свечке догореть, после чего обойдите весь дом, обрызгивая пороги, углы и окна водой из миски. Завоевать сердце избранника. В эти сутки вы можете провести ритуал, который способен усилить симпатию выбранного мужчины в ваш адрес. Однако учитывайте, что при отсутствии какого-либо интереса ритуал не принесет пользы. Приступать к нему следует после заката. Просто поставьте перед собой фотографию избранника. Ваш избранник должен находиться на изображении в одиночестве. Далее скажите: «Чисто поле пойду, любовь свою найду. Чувство сердца, здесь нужно проговорить имя любимого. Запылают, обо мне день и ночь мечтают, истина». Говорим 7 раз. По народным приметам в этот день отмечают Филиппов день. Родившиеся в этот день люди гордые, трудолюбивые и творческие. Еще детьми они выражают желание действовать самостоятельно и не терпят сторонних указов и помощи. В взрослом возрасте эти качества помогают им добиваться всего, чего они сами пожелают, и иметь хороший заработок. А их минерал – алмаз. Наши предки верили, будто на Филиппов день просыпается нечистая сила, которая может причинить немало вреда тем, кто громко смеется, ругается или кричит. Поэтому люди старались говорить тише и не выяснять отношения. А в качестве оберега от дурного влияния ставили домашнюю обувь мы сами к входной двери. 22 января на Руси считался временем домашних хлопот. Женщины начинали большую уборку дома, убирали и мыли углы, разбирали вещи и вообще приводили дом в порядок. Праздничные дни оставались позади, и забота крестьян, как и всегда, была не в проворот. Мужчины занимались уборкой двора и починкой домашнего хозяйства. Согласно древней традиции, по окончании святочного периода всем и каждому следовало посетить баню, чтобы, как тогда говорилось, смыть святки. В этот день крестьяне устраивали интересный банный ритуал. Ужинали на Филиппов день свежими наваристыми щами, которые чаще всего готовила незамужняя девушка. Угощали ими всех желающих, но еще случайно зашедших странников. В этот день старались никому не отказывать ни в еде, ни в ночлеге, боясь, что тогда домом темные силы завладеют и будут все добро от него гнать. Приснившийся в эту ночь радостный сон мог сбыться, если про него рассказывали своим близким. А про тяжелый негативный сон следовало молчать 3 суток, а потом поделиться с кем-либо, чтобы он, напротив, не исполнился. И перед сном, как обычно, один раз повторяем такие слова. «Я становлюсь успешней, просыпаясь каждый день». Вот говорим один раз, и вы посмотрите, как вы будете успешны.